Півсотні дніпрян вийшли під стіни міської ради. На мітинг зібрались в день чергової сесії. Люди проти закриття другої лікарні, яку хочуть об'єднати одразу з двома медичними закладами. Мовляв, там немає спеціалізованих відділень для дітей з інвалідністю. Уничтожают нашу детскую больницу, на детскую больницу, которая работает уже более 20 лет, предоставляет услуги широкому спектру населения детей, на сегодняшний день, у которых есть генетические заболевания. Инвалидов. Мы пытаемся донести свое слово к нашему руководству, что все-таки люди нуждаются, дети нуждаются в нашей больнице, квалифицированной помощи сотрудников, всех специалистов широкого профиля, кардиологи, пульмонологи. Та медзаклади все ж об'єднають, вирішили депутати. Відтак, хірургічний відділ другої дитячої лікарні переїде до шостої, а решта працюватиме у п'ятій. Чиновники заспокоюють, зміни відчує лише керівництво закладів. Трудовые права врачей в результате этой реформы не были нарушены. Мы это делаем вынужденно для заключения договора с НСЗУ, которая будет оплачивать медицинскую услугу. Нам нужно соответствовать соответствующим критериям. Мы пришли к необходимости объединения, потому что крупные больницы, у них складывается все оборудование двух больниц, и плюс дооснастить надо, то есть им будет легче заключить договор с НСЗУ. Если нам надо дооснащать 4 больницы, гораздо проще, чем 8.